Так, ребятишки, давайте посмотрим. Вот это у нас мини-музей имени Василия Ивановича Сурикова. Проходите, пожалуйста, и рассаживайтесь к лишнему. Если нет возможности детей отвезти в музей, музей сам приедет к детям. 15 лет назад в детском садике 328 воспитатели при содействии работников музея Сурикова открыли свой, правда, миниатюрный. Здесь его маленьких посетителей знакомят с жизнью и творчеством знаменитого художника и не только. Творчество Василия Ивановича Сурикова – это огромный пласт, через который можно познакомить обо всем. И о любви, и о толерантности, и о привязанности, и об отношении друг к другу. Вот детство, которое он проживал, это как раз то детство, когда игры, которые он играл, это как раз то, о чем можно говорить с детьми. Это им доступно, это им интересно. Такой волшебный русский домик. Крышу снимаешь, открываешь, и там у нас что? Вот печка. Какая? Русская. В этом музее трогать и играть с экспонатами не только можно, но и нужно. Старшие погружаются в жизненный уклад, традиции и обряды русских селений. Младшие группы знакомятся с предметами старины. Прялка, кухонная утварь, коромысло. Детишки 3-4 лет изучают предметы гардероба и обстановку дома прошлых столетий. Что самое интересное, в музее хранятся поистине уникальные экспонаты. Вот, например, ступка на 1907 года и утюг. Тут дата неизвестна, но по нему видно, что он очень старинный. Тот экспонат, который им нравится, они обязательно могут потрогать. А для чего? А потому что, чтобы они прикоснулись, тактильно прикоснулись, почувствовали тепло. И старинные предметы очень все теплые и несут только хорошее и позитивное. У нас тут самовар. В него наливали воду и наливали в стакан. А чтобы не обжечься, они брали подстаканник. В процессе игры через все эти экспонаты дети знакомятся с жизнью самого художника. Так, рассматривая холст и перо, девочек сильно впечатлила история о том, как однажды Василий Иванович, работая писарем у губернатора Замятина, нарисовал на холсте муху. Дальше историю детвора цитирует наизусть. Он шлепнул муху раз, она не улетает. Шлепнул два, она не улетает. Надел очки, а муха-то нарисованная. Кто нарисовал? Василий Иванович Суриков. Суриковский мини-музей ежегодно пополняется редкими экспонатами. Их ищут сами сотрудники, приносят родители и порой подросшие воспитанники, чтобы следующие поколения, зная прошлое, создавали будущее.